спортивно-молодежный стиль одежды и изысканный музыкальный вкус. Здесь это сочетание возможно. На сцене молодежный камерный оркестр. Конечно, перед зрителями они предстанут иначе. Просто для них самое важное – идеально звучать. А поэтому даже в последние минуты перед концертом они репетируют. Да, это тяжело, но когда вы ищете одну идею, и она вас объединяет, тогда все уходит автоматически на второй план. А у нас ребята все живут музыкой, они горят. Это самая идея, которая нас вот и объединила. Теперь в составе оркестра и клавесин. Настоящий подарок для слушателей. Это вот уже второй сезон, и я пришла вот посмотреть, что же они, насколько выросли профессионально. Эта музыка заставляет задуматься, и в ней нет прямых истин, ясных и высказанных прямо. Пёрсел, Александра Скарлетти, Георг Фридрих Гендель. Изящные и благородные произведения композиторов эпохи барокко прозвучали в Бурятской государственной филармонии. Евгения Панарина, Елена Петрова, Евгений Жамцуев. Новости дня.